В Владивостоке открыли центр силовой подготовки. Это первый подобный зал в крае, который позволяет проводить соревнования по тяжелой атлетике регионального уровня. На открытии присутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяка. Сегодня тяжелой атлетикой занимается в крае более 1000 человек. Безусловно, это спорт сильных, выносливых, мужественных людей, где требуется правильный подход, организация расписания, подготовки именно к проведению и тренировок, и соревнований. И я уверен, что такой центр силовой подготовки даст эту основу. Центр силовой подготовки – это 1000 квадратных метров здоровья. Он включает залы тяжелой атлетики, функциональной тренировки, хореографии, гимнастики, тренажерный и тренировочный зал для горнолыжников. Глава региона добавил, что такие центры будут софинансироваться из краевого бюджета на 50%. А по словам президента Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова, такие инициативы делают спорт доступным. Сегодня мы являемся свидетелем зала, в котором мы будем именно выстраивать и закладывать именно эти качества. И, конечно же, из этого зала я верю, что будут сильные люди, которые будут защищать честь города, честь края, честь нашей страны. Анна Дьякова, новости на восьмом.